Туда Вениамин Кондратьев отправился в составе официальной делегации, которую возглавил президент России Владимир Путин. Во время встречи главы двух государств обсудили сотрудничество в разных сферах, в первую очередь в политической и торгово-экономической. Владимир Путин отметил, что за последнее время товарооборот снижен и необходимо предпринять меры, чтобы эту ситуацию изменить. В рамках соглашения с иностранными коллегами Краснодарский край готов развивать сотрудничество и поставлять в Туркменистан продовольственную пшеницу и продукты ее переработки, а также рис, растительное масло и консервированную продукцию. Кроме того, предполагается совместная работа по реализации проекта в области инноваций и импортозамещения. Сейчас на территории Краснодарского края работают 23 компании, которые экспортируют продукцию в Туркменистан. Это сельскохозяйственные, машиностроительные и химические товары.